порядка 22 автомобилей были как бы переданы Файзулину, сотруднику Транстехсервис, да, он являлся сотрудником Транстехсервис, который занимался трейдингом в этом автосалоне. И этот сотрудник Транстехсервис, оказывается, продавал эти автомобили чужих клиентов, и плюс еще, когда сдавали эти автомобили в трейдинг, оформлял эти автомобили на подконтрольных своих лиц и обналичивал через кассу автосалона денежные средства этих автомобилей. Я собственник автомобиля, лишился автомобиля BMW X3. И многие давали эти автомобили на диагностику, и после диагностики машина уже не становилась уже собственностью нашей. То есть они уже становились собственностью Транстехсервиса, и Транстехсервис говорит: вы, говорит, идите к тем физлицам, на кого машину Файзуна оформляли. Я говорю: мы же передали, как бы получается, этот автомобиль на диагностику для оценки, мы не продавали, нам сумму не называли. То есть вот, и почему мы не можем свою собственность обратно забрать. Все экспертизы, да, все экспертизы, почерковеческие, которые были, все указали, что все подписи в договорах, все поддельное, все есть в материалах уголовного дела, но все равно суд Ахтубинского района в гражданском порядке вынес решение, что собственником, оказывается, ТТС оказался.